хочу поздравить всех болельщиков, всех людей, которые за сегодня за нас переживали, болели и поддерживали. Хочу поздравить свою команду футболистов, руководство клуба с победой. Вот. Но кубковые игры, они всегда очень сложные, очень эмоциональные. И тем более с командой «Днепр» у нас всегда очень яркие игры такие проходят, эмоциональные. Вот. Поэтому сегодня игра была также обоюдно острая. Ну, много было борьбы, много было желания. Вот. Первый тайм, я думаю, где-то больше, может быть, равный был. И второй тайм. Просто, я думаю, кто во втором тайме первый бы забил, тот и добился для себя победы. Потому что цена ошибки была очень высока. Вот. Но слава богу, что нам удалось забить второй мяч, и мы довели счет уже, игру до логического завершения. Сегодня как раз была команда, мы старались, вот, наверное, в этом и наша сила была сегодня, что мы ну, именно были сильны коллективом, именно сильны командой, и каждый бился друг за друга, и за команду, и за эмблему, поэтому сегодня... И удача была на нашей стороне. Ну, к нам и команда приехала, серьезный коллектив. Тем более в прошлом году мы с этой командой также боролись в первой лиге, а сегодня мы видим, что эта команда уже совсем другая, вот, которая ставит также для себя максимальные задачи, но уже в премьер-лиге. Вот, поэтому, наверное, болельщик пришел посмотреть, как изменилась команда «Днепр». Поэтому, я думаю, ожидаемо, что столько болельщиков было. Тем приятней. Ну, президент всегда, нас всегда мотивирует, максимально мотивирует. Ну, конечно, он сказал, что... Он не сказал, а сразу же после игры мы получили премиальную за эту игру. Поэтому это всегда приятно. Кого хотим видеть следующим соперником? Я скажу уже традиционно, соперник любой, главное, чтобы мы играли дома. А так как эта игра, она будет аж в весенней части, и вот как для календаря первой лиги это не совсем удобно, потому что кубковый матч следующий должен пройти 3 марта, а чемпионат у нас начнется 22 марта. Поэтому мы еще не знаем. Сегодня порадуемся и уже готовимся завтра уже к новой игре чемпионата, к «Металлисту». Поэтому у нас сейчас очень тяжелые игры ждут, и «Металлист», и «Агробизнес». Поэтому сегодня получили эмоции, а завтра нужно опять трудиться, еще раз трудиться. Наверное, каждый тренер не будет лукавить о том, что он хотел бы пройти такой же путь, как мы в прошлом году, дойти до финала. То есть это однозначно. Но опять же, я скажу, что в приоритете все равно чемпионат. То есть и сегодня ребята, те, которые вышли, знаете, я вам скажу, неизвестно, с кем бы было бы сегодня Днепру играть легче. С теми, кто, теми футболистами, которые в чемпионате несут основную нагрузку и уже где-то, может, в какой-то мере насытились футболом. Или эти ребята, которые сегодня вышли, у которых глаза горели, которые бежали, головой в подкаты шли. Поэтому тут очень сложно сказать, против кого легче было бы или сложнее играть. Поэтому сегодня все были мотивированы, и я думаю, что Днепру не было сегодня легко. Вот. То, что так сложилась игра, но опять же, это футбол. То есть, кто забивает мячи, забей Днепр свои мячи, и, наверное, сегодня бы праздновали победу. А так нам сегодня повезло где-то. Не забили в первом тайме Днепр. Хороший момент был. Каркишко, по-моему, да, там завершал. Вот. И нам бы было бы уже крайне тяжело вскрыть оборону Днепра, потому что команда опытная, команда быстрая. Я думаю, чтобы уже Днепр бы ловил бы нас на контратаках и использовал бы свободные зоны. А мы знаем, что у Днепра есть быстрые игроки, и тот же Назаренко, Каркишко, Супряга, они бы включили скорость, там бы мы не догнали бы их никого. А так получилось у нас больше свободных зон, и вышли ребята на замену, и ну, тут уже свойственно было. Команда Днепр оборонялась очень высоко, потому что они большими силами шли вперед. И у нас появились свободные зоны. Ну, это, опять же, мы их просто не использовали.